Добрый день, дорогие друзья, с вами передача «Про пульс», ее ведущий Петр Иванников, это наш очередной выпуск. В этом выпуске мы поговорим о старте футбольного чемпионата «Пульс». Напомню нашим телезрителям, 40 футбольных команд разделены на 5 дивизионов, в каждом дивизионе 8 команд, и мы играем в 2 круга. В эти выходные был первый, второй тур, есть много пищи для размышления. Об этом поговорим, и также мы затронем сегодня в выпуске формат 11 на 11. Есть пульс, есть жизнь. Мы начинаем. Итак, друзья, перед тем, как вы начнете просматривать передачу, мы обращение к вам, пожалуйста, проявите активность, поставьте лайк нашей трансляции, напишите комментарий. Для нас это важно, для продвижения канала, поэтому просим вас сделать это. Ну, конечно, если ты не подписался, обязательно подпишись. Мы начинаем выпуск. У нас в гостях Данил Чумак, уже футбольный тренер. Он тренирует футбольный клуб «Армат», еще другие футбольные клубы. И если вам нужна тренерская поддержка, пожалуйста, я думаю, Данила хватит на много этих направлений. Мы начинаем выпуск с формата 11 на 11. У нас были очень жаркие поединки полуфинала. Данил, давайте начнем с «Азан Темп». Вот тут расскажите об этом поединке. Да, добрый день. Хочу всех поприветствовать. Наблюдал матч с «Азан Темп» с трибун. Смотрели. 0-0. Такая очень вязкая игра. Немного моментов со стороны обеих команд. Видно было, что уже там с минуты, наверное, 60-е обе команды где-то закрылись. И скорее больше шли к серии пенальти. Не было, как бы, я не выделю команду, которая хотела больше выиграть. Все так остерегались друг друга и тянули до этих пенальти. Там, как бы, полевой игрок, который по своей натуре вратарь Луга, Луговской, стал ворота у «Сазана», отбил, как бы, это там один удар, забил, и «Сазан» прошел. Тут, как бы, такая игра была, в принципе, на 3 исхода. Для меня абсолютно равная там по владению, по моментам. «Сазан» прошел дальше, как бы, с чем я их и поздравляю. Значит, все заслуженно. От меня небольшая оценка. Мне кажется, все-таки темп в игровом плане, это моя чистая точка зрения, смотрелся чуть-чуть даже интересней. «Сазана», как бы, имел там, как там, знаете, когда бывает, там награли, там наиграли на гол, там у них там 0, например, темп наиграл на 0,87, а «Сазан» на 0,65. Ну, плюс-минус, где-то вот так вот. Конечно, мы в этом поединке хотели бы отметить, получил травму Стименко. Максим, тебе здоровья, дай бог, чтобы ты как можно быстрее восстановился. Ну, вот такое, конечно, бывает в футболе, но это очень печально. Ну, как вы считаете, закономерно «Сазан» прошел перед матчем? Как вы думали, кто фаворит в этом поединке? Я думаю, закономерно. Я рассматривал «Сазан», в принципе, как фаворита. Хотя и темпы «Сазан» имеют большой опыт уже игры 11 на 11 в формате. Мое предпочтение было все-таки в сторону «Сазана». Есть молодые нападающие, на прессах поля чуть-чуть побольше, чем на монтажнике. Как бы это могло сыграть свою роль. Там темп, в моем понимании, более возрастная команда, как бы защитники есть более возрастные. Поэтому я, как бы, думал, что «Сазан» где-то будет на контратаках, но моментов у них будет больше. Но игра такая получилась равная. Согласен, был период минут 20, когда темп полностью завладел преимуществом. Но потом «Сазан» чуть выровнял игру. И такие были, как футбольные качели. В принципе, счет. Ну, и лотерея, как лотерея, бы. Лотерея, да. Да, 5-4. Причем «Сазан» реализовал абсолютно все 5 своих ударов. Тоже нужно отметить. Кстати, кто не смотрел серию пенальти, перейдите в наш Инстаграм. Там она заснята с комментариями. Вы можете крупным планом увидеть эти выражения лиц, которые били эти пенальти. Поэтому рекомендую. Хорошо, переходим к второму полуфиналу. Расскажите ваш поединок с Сухачевки. Что было пред игрой? Какие вы, может, столкнулись вы с какими-то сложностями в этой игре? Столкнулись сложно. Честно говорю, всегда, как бы, открыто. Стало для нас проблемой назначение игры в субботу, потому что, как бы, изначально игры были по воскресеньям. Многие ребята у меня играют еще параллельно за другие команды, за аматорские коллективы, на Украину по аматорам, тренировки. И, как бы, есть ребята не местные, которые из села, и там суббота плюс вечернее время нам, как бы, составило небольшие проблемы. Там 4-5 ключевых игроков основного состава не доехали.
У нас было на скамейке 3 человека, один из них вратарь. Поэтому были проблемы, но у ребят была такая спортивная злость, мотивация. В раздевалке мы так очень жестко по-футбольному поговорили, посмотрели друг другу в глаза и дали друг другу слово, что как бы выйдем, отдадим все силы на поле. Так оно, в принципе, и получилось. Но настрой был у нас сумасшедший, как бы, в принципе. Вы упомянули, что у вас есть игрок, который играет за аматоров. А можете сказать, кто это? Ну, это Синчиков Артем, он играет на Полтавскую область. Это в центре поля, как бы, наш системообразующий игрок. Это мой товарищ, я его позвал помочь нам. Селекция проводилась там на протяжении 3-4 месяцев, усиляли проблемные позиции. И вот как бы один из них — это он. Как бы есть у нас игрок сборной Украины по пляжному футболу, это нападающий Евгений Петренко, как бы, который там тоже поиграл на серьезном уровне за границей на чемпионатах мира по пляжному футболу. Поэтому... А немножко о капитане. Кто он, что он и почему именно этот парень носит капитанскую повязку? Как давно он стал капитаном «Армата»? Да, у нас есть капитан Данил Борисов, но он потерял свое место в стартовом составе. На данный момент ему чуть-чуть не хватает. Возможно, он наберет, как бы вернется, но на поле пока ему тяжело выигрывать конкуренцию по своей позиции. У нас был капитан на летнем кубке другой, но выбрать Влада было мое решение. Он в команде уже там 1.5 года. Он один из самых, как бы, возрастных игроков. Ребята все там 18-19, ему там 26. Поэтому возраст, опыт также у него игры есть на высоком уровне. Характер, он такой парень боевой. Вот, собственно, как бы эти критерии повлияли на мое решение дать ему эту капитанскую повязку. Знаете, мне сложилось такое ощущение, что когда этот парень получил капитанскую повязку, у него как бы, ну, появились какие-то крылья, как бы, да, он как бы стал, ну, работать на поле еще более, как бы, в 2 раза больше, чем до того как. Ну, такое субъективная точка зрения. Да, да, так оно и есть, и кому-то капитанская повязка очень помогает, значит, как бы наш выбор был правильный. Я желаю Владу дальше только там расти и прогрессировать. Хорошо, давайте теперь вернемся к обзору игры. Все-таки что происходило непосредственно в самом поединке? Ваша оценка, вот вашей, как бы, о самом поединке. Мы начали очень бодро. Сложилось такое впечатление, что, возможно, Сухачевка не ожидала такого бодрого начала от нас. То есть мы, как бы, я сразу там с первых секунд агрессивно, высоко, за каждый мяч. И так оно и получилось. Там 5-я минута и 11-я, 2 гола мы забили. И в принципе, игра там до 35-й минуты полностью складывалась по нашему сценарию. Потом пенальти, который был, ну, защитник сказал после игры, был пенальти, все по делу. 2-1, и, судя по всему, как бы в перерыве у Сухачевки состоялся, я так предполагаю, разговор. И ребята, как бы, вышли более настроенные, начали за каждый мяч, борьба, много фолов было. Как бы есть какие-то судейские моменты, по моему мнению, судейские ошибки, но я не берусь осуждать судей и обсуждать их работу. Со своей стороны, да, были ошибки, но, значит, как бы, и в нас была проблема, мы где-то не смогли забить еще 3-й, 4-й. Надо больше работать, но были такие эпизоды, которые могли повлиять на ход игры, и они, как бы, перевернули игру чуть-чуть в другую сторону. Но это мое мнение. От себя хотел немножко добавить. Вы знаете, мне очень понравилось, что вот все говорили там, вот браты, как бы, они там играют ключевую роль в «Армате». «Армат» без братов, «Армат» с братами, Романенко — это другой «Армат». Но то, что мы увидели на поле в эти выходные, мы увидели, что нет абсолютно никакой зависимости от братов. «Армат» бежал просто безумно. И я скажу свое мнение, что в игровом плане, мое мнение, «Армат» переиграл Сухачевку. Но футбол — такая вещь, она выигрывает не тот, кто там владеет преимуществом, играет лучше, создает больше, а выигрывает тот, кто забивает больше мячей. Поэтому, как бы, в этом поединке «Армат», ну, блестяще себя проявил. Это была вообще топ-игра. Вот кто ее не смотрел, рекомендую перейти на наш
вы на этом канале находитесь, просто полистайте вниз, там есть этот матч в записи, там есть он с комментариями, он был в онлайн-режиме, поэтому рекомендую вам его посмотреть. Хорошо, Данил, немножко, чуть-чуть о втором тайме и что не хватило, почему все-таки упустили победу. Напомню нашим телезрителям, счет был 2-0 и закончился счет 3-2 в пользу Сухачевки. Команда молодая, опять же, я повторюсь, там ребята 18-19 лет, где-то им опыта не хватает. Тяжело нам на протяжении 80 минут, 90 минут держать один и тот же высокий темп. Особенно во втором тайме Сухачевка вышла, опытные бойцы, многократные чемпионы, люди играли на массу финалов, полуфиналов. Они знают, как действовать против молодых коллективов. Я об этом предупреждал своих подопечных. Но где-то, возможно, 2-1, 2-2. Мы хотели все равно бежать вперед, бежали вперед. Плюс как бы есть проблема именно в формате 11 на 11. Это у нас достаточно молодые и нерослые защитники, которые больше такие, они игровики по своей натуре. У Сухачевки были как бы такие нападающие крепкие. И где-то вот там во втором, в третьем голе продавили в этой штрафной. И каждая подача углового, каждый штрафной, он как бы для нас был волнительный, потому что на втором этаже, по данным физическим, Сухачевка была сильнее. Ну вот как бы это и сыграло свою роль. И опять же, я почему говорил за судейскую, как бы штрафной, по моему мнению, не было. И дело не в штрафном, а после штрафного идет подача, проигрывается борьба. Там как бы выбегает их игрок и гол. Ну, такое стечение обстоятельств, но как бы если отмотать момент назад, то началось все с какой-то, по моему мнению, ошибки. От себя хотел бы сказать и отметить капитана футбольного клуба Сухачевки, ну, точнее, президента Владислава, да. Казалось бы, он выходит во втором тайме, ну, мне казалось, это будет ослабление Сухачевки, но он бежал с такими глазами, это передавалось команде, и, конечно, он такие там пару рейдов дал на своем фланге, ну, браво, браво, тем более уже все-таки возраст, знаете, вот по поводу Владислава, с ним общался, вот вызов вам, друзья. Вот этот товарищ, вот он похудел буквально на 7 килограмм совсем недавно, сбросил. И вот, по-моему, пару дней назад, ну, может, дней 5 назад он пробежал 21 километр. Друзья, кто из вас, вот телезрителей, сможет вообще вот взять и так вот пробежать 21 километр? Это очень такое испытание. Если ты думаешь, это легко, то попробуй, ну, себя проверить, это очень нелегко. В общем, ладно, вот такие были обстоятельства, как бы, но, тем не менее, Сухачевка взяла победу. И теперь давайте мы поговорим пару слов, то, что ждет впереди. Вот давайте сначала о вашем поединке. Вы за третье место встречаетесь с Темпом. Как настраиваетесь, что в команде происходит до этого матча? Я сразу сказал ребятам, что у меня есть такая привычка, которая мной выработана еще с детства. Это меня привил мой детский тренер. Радоваться победе или огорчаться поражению в течение часа. Вот я даю себе час после победы радоваться. Или час. Вот я расстраиваюсь, у меня эмоции. И все, проходит час, я уже думаю о следующей игре. Такая же была установка перед воскресной игрой с Азаном переключиться. И также я им сказал после этой игры: парни, тяжело, эмоциональный матч, где-то проиграли, обидно, были у игроков слезы. Но надо переключаться, нам надо забирать третье место и двигаться дальше. Настрой, вот тот, который сейчас у коллектива, мне очень нравится. Вот, наверное, за год работы сейчас мы вышли на настолько спортивную злость, то есть я вижу эту конкуренцию по спортивному хорошую, у нас на каждую позицию есть два человека равносильные. Команда как один коллектив, одно целое и настрой сумасшедший. Вот последний, наверное, там месяц в этом плане к игрокам нет вообще никаких вопросов. Я надеюсь, так оно и будет. С Темпом у нас это будет такая трилогия, третий матч. Первый мы выиграли, второй проиграли. Вот, собственно, тут ничьи уже быть не может, поэтому это будет, наверное, такое решающее слово, кто все-таки за это лето из нас, оказывается, будет победителем. Плюс медали. Думаю, будет борьба, но мне понравился матч с ними в группе. Не было каких-то провокаций, не было ничего такого. Все забыли какой-то наш инцидент, который был на летнем предыдущем году. И по-мужски так очень отнеслись. Я надеюсь, как бы, что матч за третье место тоже выйдет с борьбой, но со спортивным.
тебя пока не забыл, хочу отметить, вот Данил не раз говорил, мне безумно нравится атмосфера в коллективе, да, которую не последняя роль это Данила, которую он создал, да, вот на это на поле, вот это как бы сказал, да, меняться, там какие-то установочки, вот это, ну, очень здорово. Мне очень нравится, что Армат друг друга поддерживает, да, там что-то не получилось, похлопали, там, ну, то есть вот это какая-то есть такая микроклимат, это очень здорово, мне кажется, это очень большой процент успеха, когда есть такой хороший микроклимат. Хотел узнать ваше мнение, вот финал, предстоящая Сухачевка Сазан, ваша оценка, как вы думаете? Ну, насколько я знаю и наслышан, это тоже для них принципиальное уже противостояние, не один год. Руководство команд там между собой и дружит, и при этом как бы рубится по-спортивному. Ну, мой прогноз – Сухачевка. Это так вот однозначно. Но могут быть, понятно, это футбол, могут быть сюрпризы, но по подбору игроков, по качеству игры, не в обиду Сазану, но финал я ставлю на Сухачевку. Вот такой обзор у нас был, формат 11 на 11, а мы идем дальше. Итак, друзья, мы переходим к четвертому дивизиону, турнирная таблица на ваших экранах. У нас в гостях Андрей, футбольный клуб Ukrainian Team, и Феликс, футбольный клуб Придник. Вот такое название, Придник. Феликс, почему Придник? Назвали просто в честь района, откуда мы сами собрались с ребятами поиграть. Все основном с Приднепровска, да? Да, все абсолютно с Приднепровска, да. Конечно, я был очень сильно удивлен таким составом, да, как бы поддержкой, да, очень так эпатажно вы приехали, так вот выступили просто блестяще, как бы, ну, как пришла идея, кто основатель клуба, когда клуб начал существовать? Ну, клуб начал существовать, я думаю, буквально 3 сентября этого года. Это что... вот день основания, да, можно сказать? Да, это, можно сказать, день основания у нас. Ну, буквально там, может быть, недели за две мы как бы уже официально поняли, что да, мы как бы собираемся, мы готовы, будем играть. И буквально, вот, допустим, где-то в июле, наверное, этого года возникла идея, может, поиграть где-то помимо двора. Вот мы ребятами как бы собрались и решили, что все-таки надо попробовать свои силы. Пошли, подали заявку, заявили. Хорошо, давайте проанализируем первый ваш поединок. Патриот Придник. Это был ваш стартовый первый поединок. Как его оценить? Отлично, я считаю, для первой игры абсолютно отлично. То есть все поиграли, все, кто в заявке поиграли, все почувствовали мяч, поняли, как оно играть, поняли даже ту маленькую дозу ответственности, которая на них лежит, поэтому я думаю, мы сыграли отлично. И именно хорошо, что мы пропустили вот этот единственный гол, потому что он всем дал понять, что соперники тоже могут отрезаться, и нужно следить не только в атаке за своим нападением, но в защите тоже надо дорабатывать. Скажите, нет ли сейчас эйфории? У вас две игры, две победы, возглавляете турнирную таблицу, как бы что чувствует вы, что чувствует коллектив? Мы чувствуем себя прекрасно, мы понимаем, что, во-первых, ни в коем случае нельзя недооценивать соперника на каждую игру. Мы готовимся, обязательно тренируемся, становимся только лучше, я считаю. Ни в коем случае не расслабляемся, этого делать никак нельзя. Хорошо, да, дальше ваш поединок был вообще, как бы, результат, конечно, ну, Придника, Буховка 9-0. Что происходило, что это было, что это такое? Ну, это уже такие взрослые фильмы пошли, потом, конечно, второй матч. Это, ну, соперник дал нам забивать, мы пользовались этой возможностью. В некоторых моментах я уже видел, конечно, что ребята просто уже баловались, но в основном мы просто увидели, что соперник дает нам играть, дает нам забивать, поэтому чем нам не пользоваться этой возможностью. Хорошо, мы теперь приходим к Андрею. Андрей, скажите, я вот хотел телезрителям сказать, еще раз повториться, что много команд у нас с тренером. Мне понравилось это безумно, что перед матчем тренер собрал Ukrainian Team, была установка, кто должен куда бежать, там разборы. И что самое главное, после игры опять коллектив собрался и был разбор игр. То есть тренер разбирал вот там это, блин, очень подкупает. Расскажите немножко о вашем тренере, кто ваш тренер? Сейчас тренирует Крутенко Константин Сергеевич. Ну да, довольно-таки сейчас на самом деле интересно сейчас происходит все в команде, потому что, ну, все этим занялись. И не как раньше, мы просто выходим, там приезжаем условно в субботу, воскресенье сыграли и поехали домой. Сейчас да, интересно, сейчас есть тренировки, сейчас мы понимаем, что как бы появилась ответственность перед тренером, перед собой и перед спонсорами, соответственно. Поэтому
Ну да, сейчас серьезный подход. Нет, пора уже. Это блестящая форма. Вы видели, как бы на фотках просто в огнях все, как бы это, конечно, ну, подкупает, радует. Вот почему вот ребята, которые сейчас стоят возле меня, да, как бы шоу этих тоже, как бы шоу ту, знаешь, такая атмосфера в команде, поддержка. Вот это, понимаете, мне кажется, вот ради этого мы и любим футбол, ради вот таких эмоций, которые мы получаем, да, вот такой заряд, как бы это очень здорово. Хорошо, давайте немножко обзор вашего поединка Ukrainian Team Olympic 6-5. Напомню нашим телезрителям, вы победили. Расскажите, как участник поединка, что происходило на поле? Ну, я скажу, что было равно. У нас игра, как и у Олимпика, так и у нас было очень много моментов, тем более, что счет там 11 голов было, как бы очень много. Первый тайм, ну, в принципе, мы, как я скажу, что отдельные цветы, ну, они тоже как бы и огрызались, и просто произошел там еще не очень приятный момент с первым голом нашим, как бы они там относительно должны были подавать угловой, а в динамике, ну, в общем, все там потерялись и начали крики на судью, и мы это все пропустили, и мы играли в футбол, поэтому мы как-то развели. Суть в том, что когда бил Олимпик, ударил, я был защитником, ударил мне в руку, но там судья, я ж не знаю, как трактовал, он не поставил пенальти, но я развернулся, а потом наш вратарь вел мяч, и условно они должны были подавать угловой, но мы вели мяч, и мы забили. Там потом после этого началось много споров всяких, ну, то, что не нужно было. Была ошибка, да, как бы, ну, судейство, которое привело к какому-то результату, да, ваш? Ну, это после игры уже мне написал капитан Олимпика, сказал, что так и так надо было провести фэрплей. Я немножко не понял, ну, если судья не трактовал это как игру рукой, то, согласен, да, то да, я да, как да. бы продолжаю играть, но была ошибка моя, да, потому что вышел мяч все равно от меня. Но это я уже заметил только после того, как закончилась игра, как бы, когда мне это скинули момент, а так, в ну, принципе, а в целом, что равно... скажете о Олимпике, вот, вы хорошая играли. Команда, в принципе, я же говорю, у них будет возможность в втором матче доказать, что это была лишь судейская ошибка, что, а нам будет, как бы, интересно сыграть с ними еще раз и доказать, что мы действительно их сильнее, поэтому... А расскажите, Балков Максим, он оформил хэт-трик, что это за парень? Это левоногий Роналду наш, поэтому... Да. Да, нам повезло, что все, что он бил, он все забил. Поэтому и голы еще, и две от крестовины. Ну, его день был явно. Напомню, за Олимпик Звягинцев Данила оформил хет-трик. И в целом хочу сказать, вот сейчас смотришь турнирную таблицу, Олимпик там где-то на дне, но то я тоже видел этот поединок, видел состав Олимпика. Мне очень нравится, как бы, как Олимпик собрался в этом сезоне. Ну, я считаю, что несмотря на то, что они сейчас на дне, их нельзя ни в коем случае списывать со счетов. И я думаю, эта команда способна ставить задачи и бороться за призовые места. Уверен в этом, что плюс-минус так и будет. Предупреждаю вас, друзья, вот вам попадется Олимпик, это не будет простая игра, и попробуйте как бы там взять очки, это будет очень тяжело. Придник Патриот смотрел. Придник, да, и в принципе смотрел игры Придника. Им как-то достаточно все легко Расскажите, было, в принципе, да. Как но... ваш конкурент сыграл. Да, да, вообще хорошо вошли, если это, вот они говорят, что это их первый, в принципе, сезон, вообще шикарно, я считаю, что две победы это дает. Причем уверенные. Ну да, да, не, ну я к тому, что, хотя на самом деле я смотрел игру с Патриотом, ну я скажу, что, ну, само собой, Придник хорошо смотрелся, но Патриот тоже, все, в принципе, все передачи в ноги, просто у них, скорее всего, темп какой-то, ну, такой, как по видео, выглядит, что как-то медленно все там, может быть, пешком, но все, в принципе, я не знаю, наверное, процентов 90 передач все в ноги были, но где-то пешком, скорее всего. Поэтому... Не, ну, Патриот собрался, просто, по-моему, у них одна или два заменка, там, ну, как бы, то, что как собрался Патриот на эти выходные, мне кажется, Приднику где-то повезло, потому что, как бы, если Патриот соберется так, как он должен собраться, это такая боеспособный коллектив, но в эти выходные это была сладкая булочка, как бы, ну, я вам серьезно говорю, как бы, Приднепровск, ой, точнее, Патриот был не тот Патриот, который я хотел бы видеть на футбольном поле. Хорошо, вы кроме своих матчей еще какие-то матчи видели? Ну, смотрел своих, так сказать, своих друзей из Приднепровска. Да-да. Их матч с Ангелом. Ну, там ребятам чуть не повезло, конечно, там они 0-7 скрутились. Но я надеюсь, что это была ошибка, очень сильно болею за ребят, надеюсь, тоже возьмут первое место. То есть ваши знакомые, да, там? Да, да, там половина команды наши знакомые, поэтому вот этот матч посмотрел.
Хорошо, от себя сделал небольшой разбор. Был Будивельник, Казантип. 2-2 сыграли поединок. Казалось бы, равная игра. Но вот даже видеооператор, который монтировал эту игру, говорит, я посмотрел, там Будивельник по моментам переиграл полностью Казантип. У них было, ну, очень много моментов. И отмечаем мы вратаря Казантипа, который в этом поединке он споймал такой как бы кураж. И очень много его заслуги в том, что Казантип набрал первые очки. Поздравляю Эльдара, всю его команду. Наконец-то первый балл, начало положено, а то как бы все это было мимо-мимо. Поэтому это очень хорошо. Хорошо, ребята, в вашей лиге о какой команде вы знаете что-нибудь? Феликс. Вообще абсолютно про команды ничего не слышал. Отлично, знаю. Все, никого не знаешь, хорошо. Логично. Знаем, что Казантип самая медийная команда. Да, только это. По мнению Казантипа. Вот это ключевое слово, да? Думают, откуда они вообще. Хорошо, да, троечку от вас, Андрей. Как вы считаете, кто будет в троечке? Ну, я считаю, что еще рано как бы это обсуждать. Но тем не менее. Мы будем бороться. Ридник. Ну... Третью команду я не скажу. Ну, скорее всего, Патриот. Ну, мне понравилась игра, поэтому, может быть, эта неделя была у них неудачная. Ну, а так будем мы бороться. Скорее всего, Придник и Патриот. Даже так? Придник, Ukrainian Team и скорее, ну, я думаю, что Уголек, наверное. А я скажу так, Ukrainian Team, Уголек, Олимпик, а Придника там не будет. Вот такой прозор от меня. Есть пульс, езжи, мы идем дальше. Итак, друзья, мы переходим к третьему дивизиону. У меня в гостях два Владислава. Это представители футбольного клуба «Альфа и Омега». Владислав Петровский, капитан. И Владислав Шендриков, вице-капитан. Вот два капитана, два таких бородатых парня у нас сегодня в гостях. Давайте мы начнем с Петровского. Расскажите, как вообще появилась «Альфа и Омега»? Кто эту мысль... Кому она пришла и почему вы на пульсе? Ну, именно со старта команды. В целом, все друзья, все пацаны бегали дома. Нам поставили нам новый стадион. Бегали дома вокруг стадиона? Ну, да, но вокруг нового стадиона. Ага. Нас на районе обновили, так сказать. И начали... А с какого района вы? Игрень. И регулярно катали Миньку и там на протяжении полугода. В целом, были мысли, конечно, собраться, но как бы не было каких-то действий в целом. Хотели еще на летний кубок, но думали, так и не созрели. Зрели, да? Да. А вот уже к осени как-то обсудили, поговорили. И да, все было очень быстро, просто пришел домой, сразу вам отписал, как бы уточнил все. Собрались и уже начали как бы двигаться в этом направлении, набирать людей, там думать насчет формы, как бы в целом уже целиться на игру. Ну, нет, я вернусь в историю, в этот самый, как пришла мысль, где вы сидели там? Сидели вы пиво пили? Или там вот как эта мысль, как это вообще, как зарождается команда? Ну, может был один человек, два, три, но кому в голову пришла вот эта мысль? Ну, не хочу как бы, ладно, перетягивать, но в целом было там 2-3 человека. И как бы я обсуждал с ними это, вот они у нас играют там, а Бодя, Рости, тот же Владислав. И в очередной раз после футбола мы просто сели пообщаться. И я говорю, ну давайте, либо мы идем, ну вы дадите мне какую-то конкретику, и я займусь этим вопросом. А либо же нет, как бы там каждый, кто где играет, мы продолжаем просто двигаться по своим командам. Ну, я получил конкретный ответ, и все, как бы, так родилась Альфа, можно так сказать. Владислав, как вы узнали вообще об этом проекте, ну, вот, как вы к нему присоединились? Ну, наверное, меня больше поставили постфактом, потому что мы костяк, да, такой команды, которая есть. Мы периодически там собираемся, да, у нас сделали, построили стадион, мы там периодически собираемся, но это больше Минька, да, там 5-5, играли там, собрался какой-то костяк, да. Первая идея возрождения, вот Влад со мной советовался, я как бы был не против, ну как-то, ну что-то где-то не хватило, да, а вот буквально, ну чуть-чуть позже, да, как-то без меня произошел первый диалог, да, и мне сказали, все, ты в команде, я... Ну, хорошо, да. Да, класс, круто, да, давайте пробовать. И постепенно, потихоньку... У вас как-то... есть какой-то тренировки или вы так просто на игры собираетесь? Как бы в
планах уже непосредственно с командой тренировки, да, до этого мы там отдельно, коллективно, да, там есть чат, мы там много ребят, мы собираемся у себя там на районе, играем, бегаем, вот, и потихоньку вот как-то костяк оттуда у нас и собрался. Хорошо, Петровский, ничего, что я так буду называть? Да, нет, ничего, есть проблем. Скажите, пожалуйста, почему Альфа и Омега, почему это название? Ну, в целом местоположение наше, потому что у нас было большое количество друзей с прошлой команды, то есть как бы это старшие ребята, и вот на данный это момент... та, которая была Альфа Омега, да, на да, большую, да, да. Плюс один из тренеров Альфа и Омеги, мы скажем так, он нас тренировал всех в детстве, потому что мы все с одного района, как бы, и все у него занимались. И как бы, насколько я помню, основным тренером был Игорь Иванович у старшей Альфа и Омеги, ну, как бы у первой. И вторым, там уже участвовали они в детских тренировках там, и так далее, это был Денис Станиславович. Вот он до сих пор тренирует у нас детей, они также называются Альфа и Омега. Ну и поскольку мы думали, гадали, что его придумать, как бы нормально назваться, как бы как корабль назовешь, так он и поплывет, поэтому хотелось бы... Ну, хотелось на тот момент это сделать красиво. Ну и в целом, потом быстро к этому пришли, много перебрали моментов, пацаны потом такие, давайте Альфа и Омега, Альфа и Омега, как бы уже это было слышно. И так это зацепилось, мы это оставили и уже там эмблемку под это подогнали. И в целом, ну, название сработало. То есть даже в прошлом выпуске про Пульса было слышно, то есть там вывеска хорошая, там, дальше посмотри по игре, то есть, но уже это было приятно слышать. Сейчас Петровский будет насыпать командам, я где-то слышал, что у вас часть игроков играли в поколение, вы сами не играли за поколение? Я играл за поколение, когда оно еще было Арсеналом, потом я отыграл еще сезон 2 за поколение, и потом я ушел в Олимпик, и в прошлом сезоне там у нас двое минимум играло в поколение. И второй человек со мной в Олимпике играл. Мы, скажем так, мы все бегали в поколение когда-то, просто в разное время. Короче, покидало вас, да, по турниру. Хорошо, что ж скажете вообще о поколении и о старте их? Напомню, что сейчас они занимают дно турнирной таблицы. Как вы оцените их старт? Я думаю, просто это была первая игра. И ребята, может, где-то не собрались, может, они не доиграли именно как коллектив, потому что я не уверен, там они, я не владею информацией, были у них спарринги, играли они или нет, но в целом они как бы знакомы, это наши друзья, мы с ними играли много, и плюс вот я вернусь немножко назад, мы общались про людей из Альфа и Омега, у них два человека из старой Альфы, как бы, и они должны дать им основу, поэтому, я думаю, в перспективе они должны подсобраться, плюс я смотрел эту игру в сетке, как у меня сам сетку не люблю, то им, думаю, тоже было некомфортно. Там где-то не хватило пространства, где-то еще какой-то момент. Они одну проиграли в сетке, вторую они проиграли на основном поле. То есть поле им тоже не помогло. Но тем не менее они играли вторую с тополем. Да. Я как бы позиционирую эту команду посильнее, чем Локомотив. И ребята сыграли в 3-2. То есть во время игры, насколько я знаю, они выигрывали два раза. Ну, то есть вели в счете. Поэтому, я думаю, они сыграли эту игру как бы лучше, более стабильно. Мне кажется, это был более качественный футбол. Я просто не смотрел еще игру, и я не знаю, как. От себя хочу сказать, мне вот эта игра, которую Владислав сказал, тополь поколения, такая была топчик. В этом поединке я увидел такое поколение очень боеспособное, очень такое настырное. То есть, ну мне понравилось. Я вижу, что подписали несколько новых игроков поколения, и мое мнение, что они стали сильнее, чем они были в прошлом сезоне. То есть, как бы, поэтому, мне кажется, их со счетов еще списывать нельзя, несмотря на то, что стартанули они с двух поражений. Я думаю, эта команда еще по ходу сезона раскроется. Идем дальше. Футбольный клуб «Форца». Знакома ли вам эта команда? Знакома. Играл с ними, и будучи в поколении, играл с ними, будучи с Олимпиком. Вторым, наверное, когда я играл пару сезонов назад за второй Олимпик. Ну, ничего в целом сказать, наверное, не могу. Просто как бы всегда эта команда была на турнире, я их всегда видел, но там у меня с ними встреч было не так много. Ну и в целом, не супер и не плохо. Вот. Вы, наверное, правильно в описании их написали, это старожилы турнира. И как бы вот ребята есть, они играют, тоже там состав меняется, там 1-2 человека. Ну, в целом, я смотрю, это как бы возрастная команда, и ребята в целом просто кайфуют, бегают в футбол. Как-то так. Ничего плохого.
А что зря, вот досыпал бы им что-то плохое там, знаешь. Да, нет, зачем, как бы, все играют в футбол, все кайфуют. От себя хочу сказать спасибо Сергею Сотникову и также те ребята, которые вернулись на Пульс, они пропустили несколько сезонов. Безумно был рад вас видеть. И знаешь, смотришь, одни и те же на манеже. Заяц, Вадим, красавчик, я думаю, благодаря нему все-таки Форца вернулась в большей степени. И в целом смотришь на эти лица, и они до боли знакомы, сколько трофеев выиграл уже Форца. Поэтому это клуб действительно с именем, и я надеюсь, что в этом сезоне они будут выступать ярко. Как бы. Напомню, что они первый поединок свой провели с «Динамо» 1-1, ну и потом второй поединок они уступили. Теперь переходим к вашей непосредственной игре. Владислав, вопрос к вам. Вот «Хантерс Альфа и Омега». Что происходило здесь? Расскажите немножко об этом поединке. Так как для нас это была первая дебютная, да, игра, первая официальная игра, как бы оценивая, да, нашу команду, хотелось бы многим сказать респект, что многие собрались, многие довольно уверенно выступили. Задача на игру у нас в первую очередь была начать, наверное, больше вторым номером, так как нужно было притереться, еще попробовать. У нас всего было две товарищеские игры, и то мы как бы не успели наиграть полноценно все составы, все связки. И в принципе наш план, наша задача на игру, она вполне сработала. Ребята с «Хантерса» довольно-таки сильная команда, как по моему мнению. В процессе игры у нас было много замен, много перестановок, даже была небольшая неразбериха, но в целом мы справились, не пропустили, что немаловажно, и сыграли, в принципе, довольно хорошо, и все установки, планы на игру сработали. Сколько у вас игроков собралось на этот поединок? Я смотрел, у вас там или то еще болельщики, потому что очень много у вас приехало. Были болельщики, нас в целом игроков 17, один был травмированный. Приехали практически все, да, 16 человек игроков, плюс команда поддержки, порядка 7, если не ошибаюсь, 4 девушки. Давай так, официально мы будем говорить, что поддержки у вас не было. Вы приехали сами игроки, поддержка ваша осталась дома, и также она сделает в следующий раз обязательно остается дома. Это месседж ко всем, друзья. Мы не создаем массовость. Мы приезжаем чисто игроками. А массовость, поддержка у нас только дома. Вот такой вам и всем остальным месседж. Хорошо, друзья, мы идем дальше по играм. К чему мы придем? Давайте мы поговорим о футбольном клубе «Локомотив». Петровский, знаешь что-то о «Локомотиве»? Да, конечно. У меня там играл 2 или 3 сезона хороший друг. Мало с ними как бы встречался в личных встречах. Но в целом я смотрю, команда очень меняется. То есть с каждым сезоном у нее идет как бы перестройка состава, часто идут смены. И ну как бы я думаю, это команда с какими-то целями, команда с идеей, потому что вот, я так понял, это вот молодой человек занимается этой командой. Как бы он всегда в движении, ищет там людей, пытается что-то делать. Ну, у человека есть желание, и у человека есть идея, его что-то мотивирует, поэтому в любом случае будет результат. Чего плохого тоже не скажу, ребята, я думаю, развиваются, растут, и все только впереди. «Локомотив» поколение 4-0, напомню вам, дорогие телезрители, вы знаете, мне понравился «Локомотив». Ну вот знаете, «Локомотив» в игре смотрел очень напористо, хорошо, и без проблем справился с поколением, поэтому браво «Локомотиву». Я напомню, что на этих выходных забил даже Артем свой гол, вышел там на заменку, и президент команды, этот молодой парень, забил гол, с чем тебя, Артем, поздравляем. И, в принципе, весь коллектив, поэтому жду от «Локомотива», что они навяжут борьбу за тройку в этом сезоне. Хорошо, идем дальше. Футбольный клуб «Хантерс», о котором вы вот только что, Владислав, говорил, с которым они встречались. Я напомню, что они еще раз провели поединок, и в следующем поединке... У нас, видите, есть детский антураж, есть пульс, есть жизнь, и дети его поддерживают. Второй поединок у нас «Хантерс» выиграл. И хотелось бы, конечно, отметить, что «Хантерс» сейчас тренирует Поклонский Александр Владимирович. Это топ-человек у нас в Днепре. Да, у него история там в Википедии, можно читать, читать и зачитаться.
поэтому там есть установочки на игру, как куда бежать, это очень здорово. И вообще Hunters, конечно, проиграл Альфе и Омеге, но, безусловно, это, я думаю, будет один из фаворитов чемпионата. Хорошо, идем дальше. Владислав, вопрос к вам. Альфа и Омега встретила с Динамо. Что происходило в этом поединке? Тут, во-первых, то, что мы играли в сетке, учитывая, да, опыт большинства наших игроков по игре, да, в сетке, да, на мини 5-5, наверное, больше должно было сыграть плюс. И игра началась довольно активно с нашей стороны, и да, по итогу там, наверное, первой 5-10 минутки, мое мнение складывалось, что мы, наверное, эту игру выиграем, возможно, даже с разгромным счетом. Но вот как-то со временем все-таки ребята из «Динамо» довольно неплохо защищались. Хорошо у них пару моментов сыграл вратарь. И уже игра как-то немножко 50-50 перенеслась. Немножко, возможно, с нашей стороны была небольшая паника, так как мы не могли забить. И как-то вот игра больше в ничейное русло шла, скажем так. Где-то, к сожалению, немножко была грязная игра. С вашей стороны? К сожалению, со стороны соперника было много таких неприятных, спорных моментов. Но это футбол, ничего не поделаешь. Я думаю, если взять статистику матча, по итогу мы, наверное, в раз пять меньше фолов и нарушений сделали, нежели соперник. Ну, благодаря, да, хорошему моменту со штрафного, да, забили. Молодец Данил Заяц, хорошо пробил. Экс-игрок поколения. Экс-игрок, да, поколения, хорошо пробил, добыл победу. Ну и под конец игры, да, было пару таких щипательных моментов, скажем так. У нас под конец второй игры вышел второй вратарь, которого мы, в принципе, брали больше как просто резервного на всякий случай. Дали ему шанс, и в этих моментах, да, на последние... Сердце ёкало, да? Да, последние 10-15 минутка мы стояли с ребятами, обсуждали, говорим, блин, сейчас выйдет довольно такой напряженный матч. Это обычно нужно мяч потрогать, успеть там как-то вот в этом мяч потрогать, да. И в итоге он в двух моментах реально выручил, спас нас. И на последних минутах там был штрафной, уже там за 50 перевалило, я смотрел когда обзор. Там его цепляет игрок «Динамо», 10 номер, чуть ли не валит, фалит реально на нем, и он отбивает мяч. И это такая была финалочка, очень для всех приятная. Хорошо, Петровский, скажите, как вы вообще оцените старт вашей команды? Вы сейчас занимаете первое место, абсолютно лидер, да, у вас 6 очков, все остальные ниже. Как вообще ощущения, такого ли вы ожидали, все по плану или как? Ну, ощущения в любом случае замечательные, я думаю, вы понимаете это, побеждать всегда приятно. По задачам мы в любом случае ехали выигрывать, то есть настрой был на победу, это однозначно. Установки, как бы Владислав все правильно рассказал, то есть на первую игру были свои моменты, потому что не скрою, на Hunters мы настраивались как-то более серьезно, потому что я больше о них слышал, больше понимал, что нужно делать. С Динамо выходили, ну, не менее настроенными, потому что, как бы, ребята как-никак они взяли летом кубок краба, то есть тоже понимали, что ребята будут бежать, будут сопротивляться. И, ну, в целом выходили играть, там не было там какой-то супероценки, не было, не знаю, просто разговоров каких-то. Ехали с установкой играть в футбол, играть друг для друга, получить от этого удовольствие, ну и, конечно же, ну, победа. Начало замечательное, как для новой команды, как для нашего нового коллектива. Я считаю, что мы справились с этими выходными. И, ну, а что дальше? Дальше будем идти только вперед с такими же задачами, только за победами. Как-то так. Ну, начало замечательно. Я надеюсь, продолжим так же. Будем много работать. Много нет, нет эйфории такой, знаешь, что все, мы на коне, мы тут обыграли эти команды, сейчас тут пойдем всех рубить саблей. Да, ну нет, я все-таки тоже, да, не первый год играю и уже был в разных командах. И в Олимпике я достаточно долго проиграл. И ты уже сам понимаешь, что это все очень обманчиво. То есть это замечательно, что мы добили 6 очков. Где-то выиграли, где-то переиграли ребят, но все же мы выиграли там с минимальной разницей в счете. Но тем не менее мы не пропустили, не дали шанса как бы одолеть наши ворота.
Ну и все-таки сыграл, я думаю, момент какой-то неожиданности, потому что мы шли новым составом, ну, для всех в целом. Ну, никто не знал, с кем они будут играть. Как бы только по названию могли там какие-то, не знаю, сделать выводы. Поэтому этот моментик тоже присутствовал. Плюс там по прогнозам были прогнозики, нам ставили два проигрыша. А вы взяли и победили. Да, тут я прям очень доволен тому, что мы это все перевернули. Хорошо. Как-то так. От себя хочу сказать, у нас есть два топа в этой лиге. Это СКМД и Тополь. Они набрали по 4 очка. У них была личная встреча 1-1. Наконец-то, Сергей Николаевич, передаю тебе привет. Наконец-то не проиграли Тополю, а сыграли в ничью. Как бы была очень интересная игра. Забили на 31-й, на 33-й. А так такой сухой матч. Ну, был просто ядовый мячок. Хотел бы отметить, в СКМД есть такой там защитник, постоянно что-то разговаривает, всех тупит. Я не знаю почему, как бы, но он такой, мне кажется, ну, грубо прям всем пихает. Особенно там досталось Пархоменко Владиславу. Хотел бы поддержать этого белобрысого парня. Несмотря на то, что его хейтеры, ну, короче, вы поняли, на него так давили, а он взял и забил гол. Ну, а никто больше не смог. Поэтому вот Владислава поддерживаю и вообще уверен, что и СКМД, и Тополь – это такие топщики, которые будут бороться за чемпионский титул. И последнее скажу по Альфе и Омеге. Вы знаете, просто выскажу свое мнение в присутствии ребят. Скажу, что вот это то, что они сделали в эти выходные, блестяще они их провели. Но я думаю, дальше будет очень тяжело. И на данный момент Альфу и Омегу не вижу в тройке. Вижу, что они будут бороться в лучшем случае за середину турнирной таблицы. Вот такое мнение. А вот ребята на поле, я думаю, докажут другое. Есть пульс, есть жизнь, мы идем дальше. Сейчас мы обсудим вторую лигу. Турнирная таблица на ваших экранах. Вы видите, что все сейчас играли только по одной игре. Так чуть-чуть только стартанули, немножко прощупали. И мы переходим уже непосредственно к играм. Что вы скажете, Леонс Петровец? Вот здесь. Леонсом мы играли зимой, есть несколько там знакомых. Петровец для меня команда пока незнакомая, мы с ней не встречались. Их игры я пока не просматривал. Поэтому сложно сказать, но судя по счету, как бы, ну, прям много. Но я так смотрел, возможно, у Леонса не хватило замен. Да, у них было один или два. Петровец всегда приезжает, я так смотрю, в боевом составе, их всегда приезжает там 15 человек. Поэтому, возможно, это сыграло свою роль, но, конечно, не настолько. Но от себя могу сказать, что первый тур – это вообще не показатель, и можно стартануть феерично и феерично проиграть, но итоговая турнирная таблица будет совсем другой. Поэтому, ну, первый матч такой, значит все по делу. Петровец был на 3 головы сильнее. От себя хочу немножко сказать по поводу Петровца. Во-первых, хотелось передать привет Павлу, президенту Петровца. Я видел, что это прихватила его спина. Очень сильно сердце, душа желает, чтобы как можно быстрее восстановился. И вы знаете, вот месседж, как бы я с Пашей не общался, но месседж просто вот к игрокам Петровца, если вы это смотрите. Ребят, мне кажется, было бы хорошо, если бы смогли бы поддержать Павла в финансовом плане. Вы приходите на игры, вы играете, как бы, я вижу, что Паше сейчас тяжело в этом плане. Может быть, он стесняется к вам обратиться. Обращаюсь я к вам и прошу, ребят, если это вам, ну, не вы приходите, ну, внеси там какие-то 500 гривен, я это думаю, будет очень здорово. Друзья, это просто от меня, как бы, ну, вот такой месседж, а вы там смотрите сами. И Петровец, я не ставил, что они будут в тройке, да, говорят, а они там даже в тройке не будут, они тут, ну, прибили Леонс просто очень жестко и заявили, что они будут претендовать все-таки на медали в этом сезоне. Идем дальше, Сазан Армат, вот этот поединок, что здесь скажете? Две команды были сумасшедше настроены с первых секунд. Высокий темп от нас, высокий прессинг, от Сазана высокий прессинг. Все играли в очень сразу в прием, сразу жестко, две команды. Была такая игра на ножах, бывают игры, когда две команды так раскачиваются, закрываются. То это была игра просто, темп был сумасшедший. Опять же, у нас хорошо, что сейчас так подобраны футболисты, что у нас были замены на... Это была одна игра, и у нас было два равносильных состава. Я менял, можно сказать, даже как в футзале, через каждые 5-6-7 минут. Сказал, мы даем эти 5-6-7 минут максимальный темп и даем замены. Так оно, в принципе, и получилось. У Зазана было чуть-чуть меньше замен, насколько я так обратил внимание. Игра была до первого гола, то есть первый тайм был у нас моменты, у них моменты.
Мы забили первый во втором тайме. Сазан чуть-чуть открылся. Сазану надо было отыгрываться. Они пошли вперед. Мы на контратаке забили второй гол. 2-0. И уже вроде как игра шла к логическому завершению, но на последней минуте как бы Сазан один гол отквитал, но уже им не удалось сделать больше. Но игра мне очень понравилась. Была она максимально корректной. Судья давал играть. То есть в этой игре как бы не было вопросов к судейству. Но борьба была нешуточная. Мне очень понравился этот матч. И от своих футболистов, и от Сазана, и вообще в целом картинка. Ну, мне кажется, это, на мой взгляд, это центральный поединок был такие. На старте, в моем понимании, встречались лидеры. Ну, я и думаю, что все-таки эти команды «Армат» и «Сазан» будут бороться за призовые места. И такой получился топчик матч. Как бы, ну, действительно, матч был очень-очень-очень интересный. Идем дальше. «Титан» «Демари» 0-2. Что здесь скажете? Ну, «Демари», я так смотрю, у них как бы состав чуть-чуть поменялся по соотношению с летним кубком 8-8. Как бы некоторые ребята ушли, там в «Прайд» ушел один у них из лидеров, который играл за них. Андрей Албул ушел также, он за «Сазан» играет. Но «Демари» хорошо смотрелись. У «Демари» всегда они выделяются тем, что вот они так не уберут ножку, они всегда борются, они всегда до конца, агрессивно. «Титан» тоже боевая команда, всегда у «Титана» так счета минимальные, как бы, даже если «Титан» играет с командой, которая чуть посильней классом, «Титан» не уступит там с большим счетом, «Титан» будет всегда кусаться. 2-0, ну как бы я так смотрел обзор мельком, поэтому как бы много не могу сказать об этом матче. 2-0, «Демари», я их рассматриваю как одних из фаворитов чемпионата. С вами соглашусь, что да, «Демари» одни из фаворитов. Таран Павел тренирует эту команду, и такие все молодые, бегущие. По этому поединку, лично я его сам снимал, весь матч абсолютно комментировал. Кому интересно, приходите на наш YouTube-канал, точнее вы на нем, и посмотрите как бы. Но, вы знаете, тут в этом поединке, конечно, «Демари» доминировали. Они полностью переиграли «Титан» по всем фронтам. Ну, браво «Демари», они играли, они владели мячом там 70% на 30%, они создали 10 моментов, забили 2. А вот «Титан», конечно, у них за весь поединок было, может, 2-3 момента. Но в плюс «Титану» хочу сказать, что все-таки защита отработала нормально. То есть «Демари» могли забивать и 10, но забили 2. Поэтому вот это плюс «Титану». А так «Демари», конечно, даже в этом поединку, по этому поединку могу сделать выводы, что все-таки команда будет бороться и ставить перед собой самые высокие цели. Идем дальше. «Ангел» «Приднепровск». «Ангел» — команда, которая последнее время очень хорошо выступает. То есть как бы у них большой скачок. Думаю, там, если брать как вот у «Армата» скачок за последние сезоны, турниры, так же как бы и у «Ангела», они подтягиваются туда уже в когорту команд, как бы, с которыми надо считаться. «Ангелы» очень прилично смотрелись. «Приднепровск», ну, насколько я знаю, «Приднепровска» не заявились некоторые их лидеры или их не было. Мы играли с «Приднепровском» за неделю до начала чемпионата спарринг. Там выиграли 5-4, и как бы я общался там с капитаном «Приднепровска». Я так понимаю, какие-то у них есть проблемы с составом, но опять же, я вспомню, ровно год назад мы играли в третьей лиге первый тур с «Приднепровском» и выиграли их 7-1. И в итоге «Приднепровск» стал чемпионом. И не проиграв, и не сыграв ничью, кажется, ни одной игры. Да-да. Поэтому 7-0, что-то похоже. Что-то, да? Похоже, поэтому «Приднепровск», может быть, это они решили повторить прошлый дежавю, год. Дежавю, да. Поэтому ни в коем случае «Приднепровск» нельзя списывать. Там очень молодая, тоже солидная компания. Хорошо, от себя хочу тоже сказать, что «Приднепровск», конечно, хотелось бы увидеть ну, такой сильный, которым был в третьей лиге. Напомню, они стали чемпионом третьего дивизиона. В этом поединке они смотрелись слабо, а «Ангел» такое чувство, что был на допинге, как бы, и как бы все-таки хотят «Ангел» войти в троечку. Вот такой, друзья, у нас обзор был второго дивизиона, а мы идем дальше. Итак, друзья, мы переходим к первому дивизиону. Турнирная таблица на ваших экранах. Надюк Николай. Надюк Николай. Здравствуйте. Звезда пульса. Здравствуйте. Вот язык у него подвешенный, сейчас, я думаю, будет молотить им. Бл-бл-бл-бл-бл-бл, вот так вот, да? Хорошо. Сразу с карьера в игры. Звезда, «Бункер», 2-3. Что скажете, Николай? Ну, как бы команды мне очень сильно так, очень знакомы. «Звезда» так тем более. Я поиграл за них 11 на 11 лет там, на турнире, как бы. Против «Бункера» играл неоднократно, поэтому там 3-2 «Бункер» выиграл, но команды, как по мне, равные.
там, кто бы ни говорил перед турниром, что там звезда как бы может быть послабее. Я там побыл внутри коллектива, увидел все, как бы, поэтому мне кажется, команда равная, а по игре, в принципе, 3-2 без явного преимущества одной из команд. Качели были. Конечно, сам не видел видео, так просматривал. Ну, в принципе, мне кажется, игра была равная, но бункеру, может быть, чуть сильнее повезло просто. Ну, в принципе. Обе команды были достойны победы, скажем так. Телезрителям напомню, что счет был 3-0. Бункер выигрывал, и потом два мяча отыграл звезда. Идем дальше. Легион Санрайз 3-0. Как вам результат? Да ну, даже не знаю, как бы Санрайз посмотрел заявку, там видел фотографию. В принципе, люди все как бы понимающие, футбол играть умеют. Не знаю, что-то как-то у них. Не все понимающие приехали на эту игру, вот так тебе скажу. Ну, может быть, конечно, но как бы, я думаю, что команда с уже с именем каким-никаким, ну, так не должна выступать. Тем более, Легион, я думаю, там, в принципе, надо было обыгрывать команда, не прям, типа, чтоб топовая. А что о Легионе скажу? Ну, там играют несколько моих знакомых, как бы, ну, команда... Ни о чем, да, команда? Нет, нет, команда сладкая, хорошая, какая-то амбициозная, но я думаю, просто... У Санрайза опыта побольше в этом формате, как бы они должны были навязать. Ну, Легион выиграли 3-0, молодцы. Наверное, хорошо, наверное, заслуженно. А Санрайз звезда 8-1. О, ну, тут и не знаешь, что случилось. Тут, наверное, звезда разозлилась на первый матч, а Санрайз расстроился из-за первого результата, думаю, как бы. Одни были на подъеме, точнее, разозлились, а вторые были на спаде эмоциональном, и, наверное, это и повлияло на такой результат. Но в целом, звезда молодцы. Санрайз, ну, не знаю, надо собраться парням, потому что так, с такой игрой будет тяжело. Да, хотя вы говорите, что там не приехали лидеры, может приедут, а потом будет поинтереснее, а так. Согласен, но то, что вы в эти выходные слабовато выступил Санрайз, как бы, ну и результаты тому подтверждение. Ну, забили один гол, пропустили 11, но это как бы очень много, очень много. В звезде отмечаем Гарифуллина и Солодкова. Гарифуллин оформил дубль, Солодки 3. И плюс я вижу много людей, человек 5, по-моему, у новичков у звезды. Что ж, посмотрим, как эти новички валются ли не в коллективе. Я бы не сбрасывался, что в Sunrise. Я думаю, что парни соберутся, поговорят, там, если пообщаются, разозлятся и дадут бой каждой команде. Ну, посмотрим. Вот они разозлятся как раз на вашу игру, да? Ну, может быть. Бункер Легион 4-2. Ну, тут, мне кажется, бункер на классе, на опыте переиграл, в принципе. Да, бункер в этом, я, знаете, смотрел этот поединок, поделюсь своими впечатлениями. Там просто бункер заявил, там, 3-4 опытных человека хороших. Они играют в мини-футбол за фильм, там, Артурчик, Демида. В принципе, я думаю, люди добавили с опытом, помогли им немножко, добавили это в солидности. Потому что для этого бункер был так солидный, но молодой, а сейчас они солидные еще и с опытом. О, вот даже вот так вот, да. И в этом поединке смотрел его, и знаете, Легион так начал, 2-0 они вели вперед, и причем бункер, такое чувство, они не знали, куда бежать. Они их просто рвали, Легион там еще мог забивать, а потом, знаете, такое слово скажу, скуксились, как-то скуксился Легион. Я уже поверил, думал, все, они сейчас загонят бункер за хмары, а не, бункер такой перетерпел, зубки схватил, и все-таки откомбэчили с 0-2. Пришли в 2-4. Я бы, наверное, провел аналогию, как мы играли с ними на летнем кубке на первом, когда мы играли с бункером, пропустили быстрых 2, нас точно бункер гнал, но потом мы отыгрывались понемножку. Я думаю, что бункер тоже. Там, может, просто вышли расслабленно на игру, там, звезду обыграли, думали, сейчас будет легко. Вышли, не донастроились, Легион 2 забил, потом бункер собрались и, в принципе, провели победу. Точнее, матч для победы, логично, я думаю. Хорошо, Young Boys, World Guard, вы непосредственно этого участник этого поединка. Что происходило на поле, расскажите? Ну, как, мне тяжело говорить, поэтому вообще я как бы участвовал. Ну, там, со стороны, конечно, было виднее, но я ждал, честно говоря, от Young Boys больше. Смотря на их подготовку до турнира, там тренировки, тренер, все было интенсивно, все было здорово. Они взяли Керимова Вову Санфайра, хорошего футболиста. Как бы я думал, что будет тяжелее. Ну, мы точно устраивались на бой, я так сразу скажу. Я там хотел еще так уйти от темы. У них там есть такой футболист, Витя, Витек, кореш наш. Он там говорил, там мы вас. И в хвост игры, как кажут. Так он имел в виду во втором матче, во втором круге. Да нет, за первый, за второй мы уже поговорили. Я говорю, там мы вас там. Ну, мы настраивались на такой матч, а как-то по итогу Young Boys вышли, начали контролировать мяч, мы к ним сразу там приспособились, ну, в принципе, забили гол, и потом уже проблем не возникало особо. Ну, как бы они пытались, но у них ничего не получалось. Ну, как, не знаю, Young Boys, не знаю, они как-то вышли, может, они просто перегорели.
Но я от них ожидал больше, честно. Как общался с капитаном, он говорит, как ты оценишь, почему такие плохие результаты, 2 игры, 2 поражения. Напомню, что также они проиграли Сухачевке с большим счетом 5-1. Ну, там же удаление было. Да, да. Да. Ну там на 40-й минуте уже было удаление. А, ну тогда. Так вот, он говорит, наверное, из-за того, что нас было сильно много. Когда нас сильно много, мы играем плохо. Вот как бы такая причина. Кстати, отмечаю, что у Ян Бойза, как заметил Коля, есть тренер Шевченко Павел Васильевич. Но он же играл за них раньше. Да, есть такая как бы там установка перед этим, планшетики, кто куда бежит. Это здорово. Кстати, это появляется у многих команд, и это как бы это здорово. Потому что у нас тоже, знаете, представляю, на пульсе не просто противостояние команды с командой, а уже есть противостояние интеллекта тренера с тренером. Это как бы все больше и больше на пульсе это появляется. Но, конечно, Old Guard это не касается, тут у них без царя не в голове. У нас тоже есть тренер. Ладно, я шучу, идем дальше. Феникс Сухачевка 1-1, что скажете по этому матчу? Ну, мы играли параллельно, я матч, еще матч не смотрел их, но по рассказам, как бы, игра была плюс-минус равная, там моменты были у тех и у тех. 1-1, думаю, закономерно, но, не знаю, матч не смотрел, ну, как бы, зная Сухачевку, зная Феникс, все их игры, у них все время такая лоб в лоб, дерутся, как бы, не знаю, ну, мне кажется, закономерно, раз так, как говорится, если 1-1, значит, должно было быть 1-1. От себя хотел сказать, что, знаете, в последнее время Сухачевка с Фениксом, статистика была то, что Феникс, по-моему, последние пару поединков выиграл, ну, да, Сухачевку, там, причем с крупным счетом. А тут такая получилась, мне кажется, игра, ну, и результат закономерный. Они хотели отдать должок Фениксу, они же там проиграли, по-моему, в 1/4 летнего кубка этого. Да, потом, да, потом, да, прошлого в кубка они там в группе обыграли, да, да. Феникс обыграл. Поэтому Сухачевка настаралась дать бой. Ну, 1-1, думаю, для обеих команд хороший результат. Хорошо, последний поединок. Вы встречались с Фениксом, и тут у вас крупное поражение. Что происходило здесь? 1-4. Я не знаю, как бы... Спасибо, конечно, Фениксу за хорошую игру, хотел сказать. Ну, такая была именно мужская борьба, без грубости лишних. Такая и агрессия была футбольная. Ну, как бы, не знаю, игра была равная, как по мне. Даже мы, наверное, больше немножко их переигрывали, но... Если кто не видел матч, посмотрите обзор. Там, наверное, у нас было где-то 5 перекладин, 4 штанги. Как бы моменты были, мы их не забивали. Там наш тренер, играющий, Владислав, там не забивал с таких позиций. Это, в принципе, легкий не забивал, все не забивали. А у Феникса как-то мы бодро начали, там не забили 2 момента. Потом как-то немножко расслабились, наверное, пропустили 2. Потом опять включились, могли забивать. Забили в конце первого тайма 2-1. Перерыве поговорили, все было нормально, вышли на второй тайм, опять играли, не везло, потом пропустили третий, и как-то после третьего гола уже, наверное, ручкой опустились немножко. А дал бы должное Фениксу, ребята молодцы, видно, что они прогрессируют очень сильно, так это еще не было их капитана, президента, там, царь и бог Феникса, наверное, целореального Димона, поэтому там еще новая форма, у них клуб развивается, приятно, что такая команда есть, ну, опять же, ну, а им в этом матче повезло им больше, чем нам. Хорошо, теперь, Николай, назовите 3 команды, которые, ваше мнение, будут в тройке по окончании сезона. Ну, назвал бы Young Boys, но по итогам этих 2 туров, наверное, нет. Ну, Сухачи, Феникс и Old Guard. Но раз остановка будет не такая. Ну, 3 команды будут, а по-другому как-то, да? Кто будет первый, второй, третий, непонятно. Но я думаю, что именно эти 3 команды. Хорошо, такой прогноз. Хотя, от Николая. Ну, еще рано говорить, просто только сыграли первый тур. Ну, ты уже сказал, рано. Да. Ну, опять же, это мое мнение. О бункере хотел пару слов сказать. Вы знаете, вот с Ваней тоже общался, как бы, который собирает их. Он говорит, у нас у бункера есть только в первую лигу сразу. Чтобы вы поняли, 3 человека с бункера на данный момент сейчас играют в первой лиге Украины. Да, как бы это в Горняки 2 человека и в Кремне, по-моему, 1. Поэтому вот так вот сегодня играешь на пульсе. Через полмесяца играть уже в первой лиге. Да нет, тут еще наоборот бывают соловейники. Ты играешь в первой лиге, потом полгода ты играешь на пульсе. Мы это поговорим. Есть еще обратная сторона медали. Друзья, вот такой был обзор первой лиги, мы идем дальше. Так, друзья, высший дивизион, турнирная таблица на ваших экранах. Немножко пообщаемся о играх. Итак, первый поединок был Pride Пантеры.
1-0, очень такая непростая победа «Пантер», точнее «Прайда», Таликов Игорь, опять же он, как бы, если «Пантеры», он забивает, мне кажется, очень много голов, точнее за «Прайд» очень много голов, и тут как бы все-таки не смогли забить гол. Новик Свинер 3-0. Здесь, конечно, в этом поединке все сторисы уже записали. Дерби. Не, вот этот дерби гол, пульса. гол этого Навроцкого. Самого Навроцкого. Навроцкий, если не ошибаюсь, играет за Эмстейм, который, по-моему, сегодня не играет полуфинал в формате 11 на 11 с Арелью. Да. Поэтому, ну, конечно, когда выйдет эта уже передача, вы будете знать результаты. Ну, а финал, если не ошибаюсь, будет в субботу, еще сколько, в 5 на трудовых. Ну, и тоже там, я желаю, чтобы все-таки Ариэль встретилась с Энергией в этом поединке. Там же в Энергии там тоже много ребят с пульса играет, как и в Ариэле, в принципе. Хорошо, идем дальше. Пантеры, Новик 1-4, Новокадацкий победил. Знаете, я бы отметил, что в этом поединке забивал Джафаров, забивал Самоленко. Это одноклубники, в прошлом они играли за Пантер, сейчас они по разным баррикадам. Но мое мнение, что все-таки Джафаров — это лидер Пантер на сейчас. Он выделяется на поле, он самый такой яркий на поле. Винер Прайд. Винер обыграл Прайд с 3-1. Ну, было так вот, знаете, ну, непросто, а знаешь, ну... На 49-й минуте только забил Винер последний свой гол, а так было 2-1, знаете, такая была непростой поединок. Что скажете о «Пантерах» вообще в целом? Ну, мне кажется, очень сильно влияет на то, что Никиты нет с ними. Это, мне кажется, ключевой фактор. Как бы, когда он был, он держал команду, типа так, на коротком платке, как говорят. А сейчас он уехал, там этот Даня, я, конечно, его лично не знаю, но так плохо знаю. Он, наверное, не справляется. Потому что, как бы, если уходит с команды капитан Сережа Самойленко, то это о чем-то говорит. Ну, также, кстати, к ним пришел человек с бункера, я бы даже сказал, лидер бункера, он, по-моему, играет в высшем дивизионе в формате 5-5, как бы очень такой толковый парень, они даже не понимаю почему, но почему-то с бункера он трансформировался. Ну, может, там просто в «Пантерах» много друзей, но не знаю, мне кажется, вот Никиты не хватает им очень сильно. Когда он был, типа, ну, он был для ребят, наверное, авторитет, а сейчас его нет, как бы, и все ребята так. Ну, не знаю, конечно, желаем только лучшего, но пока какой-то регресс у них начался. Хорошо, идем дальше. Сейчас мы поговорим непосредственно о играх, где вы были, присутствовали, видели. Начнем мы. Олимпик Таромская, 4-2. Олимпик обыграл Таромская. Что скажете здесь? Честно, до начала матча, наверное, я думал, что там будет как бы в одну калитку, потому что Таромская там... Только не в другую калитку, да? Ну да, немножко вот противоположную, которая защищает мой лучший друг Игоречек. В принципе, думал, что будет в одну калитку со стороны Таромского, но Олимпик в очередной раз доказали, что это не сладкая булка, как называют их все, там сладкие булки, мальчики для битья. Ребята себя любят, как бы не дают повода говорить, что они сладкие булки, обыграли очень, я считаю, солидного соперника, который не по праву сейчас на последнем месте высшей лиги, или там на предпоследнем, две игры проиграли, но я думаю, что Таромская себя еще покажет, как бы тоже не считает для меня команда. Но Олимпик молодцы, хотел отдать должное им, они как бы свое выжили, точнее, как сказать правильно, выдержали натиск таромчан, свое забили, все, в принципе, 4-2, победа 4-2. Заслуженно, как минимум. Я соглашусь, что заслуженно. Мне кажется, оно было и по игре. У меня такое чувство, что Таромска в эти выходные как-то недонастроились. Потому что я всегда знаю Таромска, который выходит в глаза в огне. Даже если проигрываем, есть такое нагнетание. Давай, давай. То тут тишина. На поле тишина, на бровке тишина. Никто не заряжал. Как бы не было вот такого, знаете, антуража. Как бы. И мне кажется, как-то вот вяло провел Таромская эти поединки. Надеюсь, что это такой был просто день выходного, как бы, ну, хотелось бы в Таромском видеть тот настрой, который мы привыкли видеть, да, который это вот самоотдача, там, рубилово до конца, но в эти выходные этого не было. Поэтому вот Олимпик и дальше Соловейники, мне кажется, мое мнение, закономерно победили. Я думаю, ребята соберутся, еще там поговорят, Дима им даст там чуть-чуть понюхать, как-то. Думаю, что ребята соберутся, и потом дальше будет хорошо. А вот Олимпик, вот отметил бы Ханина, который, да, вот новое подписание оформил в дубле. Лубецкому Павлу придаю тоже личный привет, он отметился голом. И хотелось бы сказать, что, вы знаете, вот Олимпик, напротив, они вышли с
большим, огромнейшим желанием. Наверное, была проработана работа и задело, что их не там ставят в аутсайдер. И вот они в этом поединке добыли первые три очка. Я разговаривал, перебью вас. Да. Я разговаривал с Юрой, мы просто там играли за одну команду, одни остановились там. Короче, ехали с ним в воскресенье перед играми среди 11-11, он типа говорит, вот блин, типа в нас не верят, мы говорят, что мы слабые, типа, будем доказывать. Ребята, видимо, вышли доказывать, и по итогу у них получилось в первой игре. Хорошо, Словенники Старс, что скажете здесь? Ну, это уже такое... 3-2, Словенники выиграли. Классика пульса последних турниров. Сталь, много молодых, амбициозных парней. Словенники, ну это понятно, это... Ребята на опыте сумасшедшем, на мастерстве сумасшедшем, как бы два состава равноценных, даже там вся заявка, ну как бы игра была равная, я считаю, плюс-минус, даже там в некоторой степени там Сталь даже больше атаковала, ну в принципе Словенники там забили, немножко берегли силы, мне кажется, но игра была равная, но победил сильнейший, видимо, они уже не первый раз доказывают, они уже не первый раз играют Словенники Сталь, но Словенники доказывают, что они сильнее, как бы. На характере, на выжидают моменты, себе забивают хладнокровно. В принципе, не тратя много сил, мне кажется. Играют с заделом маленьким. Свое забрали, победа есть, самое главное. Все. Также напомню нашим телезрителям, что Соловейники обыграли Таромское 2-0. И вы знаете, конечно, Соловейники это бренд. Если вы возьмете вот так вот заявку, просто список, зайдете так, сядете в Википедию, то можете о каждом человеке там читать, там истории всякие, кто, где, за кого играл, за кого выступал. Как бы напоминаю, почему названо Соловейники, потому что есть Соловьев Сергей Николаевич, это тренер, который, да, как бы как быстро он поднял ВПК Агрос, выиграл Аматоры, прошел вторую лигу, выступали в первой лиге по Украине, поэтому... Выиграл очень... все в области неоднократно. Да, ну это вообще молчу, как бы, что в области, да. Человек заслуженный, да. В области, как минимум. Да, поэтому, как бы, это, конечно, топ-команда и очень классно, что они есть на пульсе. Но мне понравилось выражение Юры, да, который после матча, я слышал, просто он сказал такую фразу, говорит, здесь не будет проходных игр. И вот соглашусь, что Соловейники, несмотря на то, что они добывают победы, но не скажу, что это получается на такой короткой ноге. Это приходится, ну вот так, ну напрягаться, приходится прикладывать максимум усилий, чтобы добыть победу. Ну мне просто еще нравится в Соловейниках, это просто подкупает, то что ребята как бы на у них очень много мастерства, очень много опыта, и они не выходят там, допустим, там мы сейчас этих там колхозников 20, они просто всех уважают соперников, уважают в первую очередь себя. Они выходят, доказывают, что они настоящие профессионалы. И делают все профессионально. Нет такого, что они там выходят и говорят, да что тут какой-то там Олимпик или Тарамская, сейчас мы там их загоним, да? Просто, ну, они просто выходят, со всеми играют, всех уважают, это очень сильно нравится, то, что люди реально любят футбол в себе, а не себя в футболе. Сталь обыграл Олимпик с счетом 7-2, и хочу сказать, что сейчас я буду перебываться, если до того, как начинался чемпионат, я говорил, да, Сталь, о чем там, ну сейчас говорю, ребят, Сталь, это просто действительно Сталь, это ребята такие, хотя их приехало, по-моему, там пару замен, они наелись на эти две игры, там, ну просто уже так, в конце там просто наелись, как наелись, но отмечаю, что в Стали, да, вот, Шукалов Александр и Жинчин Богдан, это два путешественника, сладкая которые парочка путешествуют, как есть у нас Надюк и Легкий, это тоже путешественники, так это есть как бы Шукалов и Жинчин. Безусловно, это усиление для Стали, и в целом та команда, которая есть, таких молодых, амбициозных ребят, мне кажется, время Стали пришло, и то, что они проиграли один поединок с Соловейником, не списывают никоим образом их со счетов, я думаю, эта команда готова и способна побороться за тройку. Николай, теперь от вас троечка. Кто будет в троечке? Ну, мне кажется, Соловейники однозначно в троечке. Ну, и там есть ряд команд. Тот же Виннер, та же Сталь. Новокадацкий я бы не стал со счетов сбрасывать. Они проиграли там Виннеру, ну, это может... А, Новокадацкий был без вратаря основного. Шлом это не было. Как бы поэтому, мне кажется, было так легко. Ну, в принципе, я назову, наверное, 5 команд. Называйте. Которые будут бороться за медали. Это Соловейники, Виннер, Сталь, Новокадацкий и Таромская. Я верю в Таромскую. Значит, не будет бороться Пантеры, Прайд и Олимпик. Ну, вот, конечно, Олимпик не хотелось бы обижать, но мне кажется, Олимпик будет в серединке. Но Олимпик не вылетит, мне кажется. Хорошо, такой у нас обзор, а мы идем дальше.